Всем привет! Мы Динамо Казань, и сегодня мы готовим кыстыбый. Татарское национальное блюдо – кыстыбый. Татарское национальное блюдо – кыстыбый. Татарское национальное блюдо – кыстыбый. Раньше электричества не было, как говорится, детей очень много было. Их надо было чем-то кормить. Вот решили из теста делать лепешки, чтобы сытно было. Картошки ж вдоволь было у всех. Картошку начиняли, картофельное пюре. И семья сыта, и любо-дорого смотреть на них. Они играли, веселились, все вот таким духом воспитывали. Да, замешиваешь тесто. Масло положи. Дальше кладем муку. Теперь уже так, как в деревнях, толстые лепешки не делают. Нормально надо. Вот так нормально? Или еще надо? Еще. Картофель у нас варится. Пока картофель варится, мы займемся тестом. Тесто готово у тебя? Угу. Тесто готово. Вот это тесто берем вот такими шариками. Ну, обычно уж побольше делают. В принципе, пирожки по-другому у нас делятся. А и не так популярные пирожки. Шарики мы сделали. Эти шарики мы теперь будем раскатывать. Берем. Да, я люблю это. Берем муку. Мы с бабушкой вот это делали, когда я маленькая была. Пошустрее. С понтом вы за мечом бежите. Быстро-быстро надо. Ну, на доску его не втирайте мукой. Ну, кто такой ровный получился? Ты, потому что все с бабушкой. У меня опыт просто, да. Это еще не ровный. Ну, он хотя бы у него круглый. Где уж он круглый-то? Какая-то геометрическая фигура. Непонятной формы. Ой, как у вас такой ровный получилось? Много больше получилось. Да. Ну, вы уж перестарались. У тебя какой кыстыбый будет-то? У меня не будет какой-то. Вот такой будет у тебя кыстыбый. О, классно, как раз мы же большие девчонки. Вот так вот положим, кыстыбый. Вот. Это какой кыстыбый? Огонь. Ну, у нас как-то у меня не было такого, чтобы я вместе тоже готовила у меня. Муж в семье готовит. Лильпа! Иду. Лиляпа! Иду. В преддверии «Звездных войн». Вот. Лильпа, картошка мы готовы. Картошка у нас сварилась. Ой, кто у нас будет это, вот мять? Вот я могу мять. Тебе молоко добавляем туда, значит. Вот. Чуть-чуть масла. Масло. Чуть-чуть только. Это уж не чуть-чуть. Давай, мне картошку. Мне. А ты давай жарь эту кыстыбый. Пюре должно быть как крем-брюле. Пышный такой. Как крем-брюле. Пышный как крем-брюле. Вот так вот. Я тоже так могу. Мнешь? Давай. Да, мну. Тебе надо немножко надо присесть, только держать спину, потому что я как бы статика. Девочки, тарелку дайте, пожалуйста, одну, а? Алло. Дай эту тарелку, а? Девочки, тарелку дайте одну. Спасибо. Еще одну дайте. Так, мы берем. Бери, яме. Мне курица какой красивый. Ой, какой ничего красивый. Да, тут сильные руки. Вы зря не любите спорт, у вас вон какие сильные руки. Вы еще не видели, как я толкаю стену? У меня мужик в обморок падает, как меня видит. Я не люблю спорт вообще. У меня вся жизнь спорт. Скалкой с утра встаю, скалкой катаю, тесто ставлю, там тяну, тут раскатываю, там пеку, тут начинку режу, туда-сюда. Листы полные таскаю по 20, по 30 килограмм. Молодец. Ой, какая красивая. Вообще, ура, красивая. Ложку надо. Так, ложку берешь и вот так закрываешь картошку. О, вот это красота. Это как тако. Это вот. Вот. Это вам кыстыбый. Так, заверни кыстыбый. Все. О, посмотрите, нормально? Вообще класс. Ну вы вообще молодцы. Вас давно уже замуж пора надо было. Давайте. Молодец. У меня масло у нас. О! Не мажь маслом. Лиляпа не заметит. А можно рецепт? Я запишу рецепт, потом дома попробую. Конечно. А ты еще домой даже едешь? Бывает такое у тебя время? Эх, иногда бывает. Иногда, да. А можно, если хочешь, и творог и сыр добавить? Можно, можно. Все попробуйте. И вот это меньше как калории. Су-шеф зашел и говорит, Лиляпа, они двойняшки, что ли? Двойняшки? Нет, я говорю,
а чего же они такие здоровые? Я говорю, они спортсмены, блядь. Я много не болтаю, я говорю, свалит. И все, и не встанешь. Вот мы таким образом сделали костовые с картофелем и зеленью. Спасибо, ля-ляпа. Спасибо большое, очень хорошо провели время. Будьте здоровы. А теперь давайте попробовать к столу. С удовольствием. Ты сразу с детства спортом занимался, из-за этого такая выросла? Нет, ты гены, родители высокие, поэтому высокие, а потом из-за того, что высокий, спорт отдали. Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо, можно уже? Есть, да, уже пора кушать. Можно, можно. Блин, прикольно. Очень вкусно. И быстро, главное. Желание надо загадывать. Вы что? Желание надо. Загадала. Все. Блин, так вкусно вообще. Ну, не ждите, что завтра исполнится. Не завтра, это можно год ждать. Понятия растяжимые. Смотрите Динамо ТВ и кушайте костобы. Молодец какая. Всем пока. Ха-ха-ха.